Итак, друзья, 12 июля. Вышли на море в районе обеда. Потому как, видите, какая водичка чистая. Потому как со вчера и в ночь были дожди. Такие конкретные, в принципе. И похолодало сразу градусов до 18 было даже. Вот, поэтому мы дождались часов 11, вышли, было уже более-менее комфортно. Ну и, соответственно, водичка 24 градуса, температура постепенно прогревается, поэтому все классно, все хорошо. Так что море отличное. Пока.